Всероссийский автопробег «За мир без нацизма» проходит в России. Стартовал он во Владивостоке. А спустя тысячи километров пути патриотический флешмоб доехал до Ульяновска. Колонна отправилась с Соборной площади. Автолюбители решили не только посмотреть мир и прокатиться, но и идейно поддержать политику президента. Здоровое, вполне адекватное, вполне разумное такое движение. Полезное и очень нужное. Едем. Желание большое увидеть таких же людей, единомышленников, которым не безразлично все это. Колонна проехала по Ульяновской области. В рабочем поселке Сурской активисты встретили с караваем. Через Мордовию поехали в Нижний Новгород. В Нижнем делегацию тоже привечали радушно. Машины проехали по центральным улицам и посигналили местным жителям. Автопробег организовала Ассоциация профсоюзов. Мы представляем делегацию профсоюзов Ульяновской области, профсоюзов автомобилей сельхозмашиностроения, профсоюзов Ульяновского автомобильного завода, ну и профсоюзов полностью, всех профсоюзов Ульяновской области. Отправными точками пробега стали Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Автоколонны прошли через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Тамбов. В столицу тоже заглянули. А из Москвы путешественники поедут в Волгоград. Там и состоится финал пробега в День Победы. Виктория Чиркова, Владимир Куликов. Управда ТВ.